14 февраля в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее открылась совместная выставка Илоны Линарт-Ружи, Даци Подуана и Рамуальда Гебовского «18+1 параллель». Три ярких художника вот уже более 30 лет создают основу для профессионального искусства Латгалии и художественного образования в Латвии. Каждый из них внес свой неповторимый вклад, работая в Даугавпилской средней школе дизайна и искусств «Саулас Скола». Одним из главных источников вдохновения для создания творческих работ авторы считают природу во всем ее многообразии. Это отчет прослеживается как в утонченности текстильных аппликаций Илоны Линарт-Ружи и Даци Подуана, так и в брутальной основательности скульптур Рамуальда Гебовского. На этой выставке видна цикличность творчества с момента открытия центра Ротко по сегодняшний день. Здесь есть как работы того периода, так и те, что были созданы в 2022 году. Поэтому очень хотелось бы, чтобы те, кто придет на выставку, увидели и оценили, как меняются художники и их искусство. Хочется показать, что текстиль может быть очень нежным, не только грубым, но и прозрачным. Этой древесине, наверное, лет 80-90. Это элементы дома моей дочери. Древесина очень, она такая вот со временем, с характером. Я вообще стараюсь использовать вот такие материалы, в которых есть уже содержание в самом материале. Оно многое что диктует, сам материал диктует. И вообще у скульптора это есть такая, ну, не проблема, а такой момент, когда ты работаешь с материалом, часто твои замыслы, задумки, материал сам диктует и сам кое-что приходится в процессе менять. Не всегда можно этот материал, над ним применять насилие, да, потому что у него есть характер. Я очень рада, что наша выставка представлена в одном из центральных музеев Даугавпилса. Ведь этот год юбилейный для всех нас троих. Это прослеживается в названии. В 18 лет нам, дамам, плюс у нас есть еще один Рамуальд, который будто стоит рядышком. Однако это прекрасные параллели. Мы работаем в очень схожих композиционных площадях. Только искусство Рамуальда очень мужественно, сакрально. А мы передаем видение этого мира через текстиль, ткани, аппликацию. Даугавпилс виден практически в каждой работе. Ощущения, моменты, подмеченные нами в природе и перенесенные на холст – это в том числе и Даугавпилс, который для меня уже стал родным городом. Отдавая дань многолетнему вкладу художников в развитие культурного пространства нашего города, им были торжественно вручены почетные грамоты самоуправления. Город оживает. Оживает после пандемии, оживает после локдауна. Все мы надеемся, что уже в ближайшие числа, может быть, к концу февраля, начало марта, вообще ограничения снимут. То, что касается художников, они, конечно же, творили и во времена пандемии, и во времена локдауна. И сегодня есть возможность увидеть результаты этих трудов. Ну и, конечно, двигаясь к такому важному событию, как Даугавпилс, культурная столица Европы, мы, естественно, рады всем проявлениям культуры на территории нашего города, ну, в частности, вот этой выставки. Казалось бы, на первый взгляд, несоединимые, несочетаемые два направления в культуре соединены – это текстиль и скульптура. И, может быть, именно вот такой поиск, он является самым интересным с точки зрения современного творчества. Выставку можно посетить до 21 апреля. Она работает в зеленом режиме. Вход при наличии действительного сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 и предъявлении удостоверяющего личность документа. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.